Алоха, криптовалютчики, снова приветствую вас на своем канале. Продолжаем разговор про Everlife, интереснейший проект, который позволит вам, простым людям, мне, вам, нам, создавать свои собственные аватары с искусственным интеллектом, которые будут легко обучаться и работать и зарабатывать для нас, для наших близких, используя приобретенные ранее навыки. Зарабатывать они будут токены Ever. Токен этот будет не, подчеркну, не стандарты ERC-20, а базироваться на платформе Stellar. Как мы с вами видим, будет две стадии продаж. Первая стадия — это пресейл, который стартует 1 октября, заканчивается 15 октября. Всего 20% токенов, то есть 100 миллионов будет реализовано эверов во время этой стадии. $1 это 10 эверов, или 1 эвер это 10 центов. Ну и, соответственно, это первая стадия, которая начнется через 24 дня. У нас сегодня 6 сентября на дворе. Есть еще вторая стадия. Это основной токен сейл с 16 октября по 15 ноября. Все, друзья, то же самое, кроме того, что вы видите, 10% бонус на пресейле, а во время основных продаж бонус будет чуть-чуть меньше. Открываем с вами white paper, видим, что это Stellar токен, символ его Ever, здесь все данные есть. Через, соответственно, softcap проекта 2 миллиона долларов, hardcap проекта 20 миллионов долларов. Возвращаемся с вами на сайт, посмотрим распределение токенов. 40% это уйдет на токен сейлы, то есть 20% от всех выпущенных токенов, а их будет 500 миллионов. Это пресейл и основная стадия ICO. 5% уйдет партнерам и советникам проекта, 21% это зарплаты, wages, вознаграждение, 2% на баунти, 2% airdrop, 20% останется в резерве и 10% в команде основателей. Когда средства будут собраны, вот такое распределение, основное количество денег вкинут они в маркетинговую программу, в развитие, в рекламу проекта. 40% всех собранных средств уйдет на маркетинг, 27% на IT-разработки, 13% прочие расходы, 17% рабочий капитал и резервы, и 3% это всякие юридические и законодательные моменты. Друзья, про дорожную карту я уже вам расскажу в следующем видео. Кому интересно по поводу токен сейла, читайте. Private сейл у них уже закончился. Подробно у них расписано все стадии, как что будет работать, когда будет дистрибуция. Я эту информацию вам даю исключительно для ознакомления. Можете также в white paper ознакомиться с тем, как бонусы разбиваются. Ну, в общем, все это озвучивать смысла не имеет. Также здесь продублирована вся токен-структура, куда, на что, более подробно расписано, куда и на что все деньги пойдут. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете зайти на сайт, в телеграм-чат, смотреть анонсменты и даже написать им на почту. Я на этом с вами прощаюсь, друзья. В следующем видео я обязательно вам расскажу про дорожную карту проекта и про команду Everlife. До новых встреч, друзья!